Вот мы с вами и добрались до комнаты 4. Так, нашли предмет номер 2. Похоже, этот контейнер кто-то потерял. И хотя вы не курьер, вы решаете забрать его с собой на случай, если найдется получатель. Перед нами очередная головоломка Куба. Что первое бросается в глаза, так это решетка. Но давайте еще попробуем посмотреть по сторонам, может что-то откроется. Нет, давайте, наверное, все-таки вернемся к решетке. На ней римскими цифрами написан код 1, 3, 2, 1. Так, вводим 1, 3, 2, 1. Так, отвертка. Отвертка подходит к решетке. Так, давайте открутим эти болтики, а там какая-то непонятная хрень. Табло отодвигается. Так, видим поле и цифры. 1, 2, 3. Ну да, код не подошел. Так, единица стоит на 9 квадрате. Двойка на 2 квадрате. Так, 9, 2, а вот тройка расположена на 23 квадрате. В доступе отказано. Ой, жесть. Я помучился немного и понял, что надо сдвинуть вот эту фигню. И тут перед нами какая-то формула. А если посмотреть под другим углом и закрыть верхнюю часть, то получится 5-1-1-2. Все кажется так просто, но на самом деле это просто жесть.